Яги и Энди Панда, Буревестник. Очень интересно мне, что сделали ребята, на самом деле. Очень интересно мне, что сделали ребята, потому что... Патрон, насколько я помню, был очень крутой трек в прошлом году. Чтобы прям что-то такое, чтобы вот хотелось, знаете, хотелось типа запомнить прям. Вот прям, чтобы это был топ реально. Были песни, да, там много, там Мармелады, там еще какие-то были песни. Но вот чтобы прям запомнилась одна песня, если честно, с прошлого года. Вот насколько был крутой альбом Ямакаси в 2020 году, настолько лично для меня не хватило качества в 2021 году. Вот Патрон, да, все остальное не знаю. Очень много было у них совместных песен, совместных фитов, которые они показывали, со своими ребятами делали. Ну, честно говоря, что-то норм, что-то непонятно. Интересно мне посмотреть, что они сделали сейчас, да. Куда они вообще пошли? Понятно, что они остаются на своем вайбе, да, но тем не менее, то есть кто-то говорит, что они типа там делают однотипно, одинаково, все треки как один. Нет, это не так. Я с этим не согласен категорически. Они мастера своего стиля, и работают они в своем стиле, да. Но треки, сказать, что треки все одинаковые. Нет, конечно, нет, это не так, это неправда. Вот, поэтому мне очень интересно. Velocity и, ну, наверное, Rapain, да, RVPain, Rapain. Буревестник. Первый в 2022 году трек дуэта, вышедший в самую первую пятницу года. Мус-составляющая работы, как всегда, наполнена интересными экспериментами вперемешку с устоявшимся стилем артистов. Регги и рэп, да. Ранее никаких предпосылок к треку не было, а релиз состоялся неожиданно для всех. Но этот факт не помешал артистам сходу выбиться в чарты. Так, например, песня уже занимает 21 место во всемирном чарте Genius. Окей. Так, ну, как мы знаем, цифры все эти, это все такое. О, пришел донат модный. Видели, да? Видели? Кальбалясад пишет. Пишем в чат звук первым 10 подписка. Вот такой вот байт, короче, вам, или челлендж, я не знаю. Подписку дарит вам Кальбалясад. Не знаю, может, наебывает, а может и вправду. Пишем в чат звук, он сказал. Ну, это, наверное, на Twitch, да, чувакам? Да, он забайтил вас, короче, жестко. Да. Звук или минус звук? Хуй знает, короче. Пишем в чат, ну там тире звук, а не минус звук. Да, звук. Ну, народ забайтился, короче. Народ забайтился, но я не знаю, что получится. Это скам или это реальность, братва? Вы сейчас это узнаете, я этого не знаю, к сожалению. Да, Кальб Алясад, посмотрим, скамер или трушный поц. Так. Погнали, братва, погнали. Интересно, что это такое, как это? Буревестник. Слушаем. Место, которое не понял бы Сальвадор. Деблерой нами находит разговор. Пекло, лови меня, я
валит ниже еще кило. На базе есть своя горилла. В этих джанглах первый маста. Идем на Мордор, мое братство. Знаешь, я ведь думал часто. Итог я делал не напрасно. Самый борзый фан, то и после ман. Выживаю сам, поджигаю хлам. Пусть играет фанк, честный капитал. Индивид пропал, делай сам на сам. Только слак и клау надо. Нам такого тут не надо. Плавно прописалась капа. Вылетает та расплата. Пусть трясутся попки-дамки. Мне не жалко, я не падки. На фузин ты буна драмки. Флоу положит на лопатки. Не берет трэп, не бери в головешку. Кто-то любит славу, идет на дорожку. Выбор за тобой, это дело каждого. Это дело каждого. Очень странно звучит парт панды здесь. Очень интересно здесь было под рамки, вот, да, вот, не нужен ему синт, он сделает все на драмке, да. Вот, очень интересная драмка, по музыке красиво сделали. Есть прям конкретные две такие вещи, которые прям очень сильно режут слух и совершенно выбиваются из вайба, на мой взгляд. Это, конечно же, аутро Мияги, которое как будто должно нас выпускать помаленечку из трека, 4-минутного трека, который оказался не таким затянутым до того, как не началось вот это. То есть я посмотрел хрон, 4 минуты, ну думаю, а у них вайб в принципе плавный, они должны так потихонечку раскачаться на всем этом и рассказать нам свою историю. Вот, трек оказался не затянутый вот до вот этого момента. Если бы проигрыш какой-то, либо вот это уния, не знаю. Мне типа совсем не зашло. И очень странный здесь куплет от Энди Панды, очень странный. Могу сказать, лично для меня на альбоме Ямакаси вот Эндшпиль, Энди Панда очень сильно поднялся, вырос, да, как бы прям вот как MC, прям очень круто он стал делать и прям еще прям лучше стал дополнять, да, Мияги. А здесь он прям аутсайдер явный на этом бите. Прям явный аутсайдер, на мой субъективный взгляд. Бридж хороший, да, у Мияги парт в принципе нормальный. Не задушнил он по тексту. Угу. Интрушечка перекатывается плавно. Заряжали разрывными тут без надобности. Все беспокойная рутина, каждый на своей волне. Да, типа каждый друг друга ушатывает. Да, жестокими словами обзывали только тех, кто любой. И наплевает на все святое суете. Да. Ну, то есть люди бросаются грязью друг в друга и плюют на все святое, да. Сидигора, Бутафора, за стилем игры ветеранов. Карли стиле мастеринг. Это не меняло меня, видимо, не вникал в эту тираду истерик. Как Рерих в полутонах видел этот мир. Красиво, бро, красиво. Мой пробитый фарт на парах. Было вывозил, чтобы ловить в надежду, надо бы вникать. Дабы кубарем укатилось. Укатились неуверенные вспять. Странноватое сплетение слов. Не в растеннике на сцене, да, хуй знает, где вы там поспели, без души, без цели, я ебал такой бестселлер, не в растеннике на сцене, хуй знает, где вы там поспели. А, не знаю, вот насколько вообще там какие-то диссовые части, да, какие-то диссовые осуждалки, насколько это вообще для ребят Хаджиме, да, учитывая их вайб.
которые идут на своей волне совершенно, да. Кто-то их, конечно, обвиняет, там, вот, кальянщина однотипная и так далее. Хотя они на своем стиле делают, и даже те, кто пытаются под них косить, это те, кто пытаются косить под них. Вот, поэтому они на своей волне. И вот рассказывать им там какие-то диссы там на других артистов или на новую школу или еще чего-то, ну, прям так, да, вот. Не знаю. Как будто не их тема, короче. Поселился на район, там, где любили барабан и баритон. Пистолочи рубили кэш на занятом. Остановили тебя песни Диги Дон, место, которое не понял бы Сальвадор. Теблы руинами находят разговор. Пикло, лови меня, я понял, в чем прикол. Суете. А здесь своя горилла. Тик джунгли первый. Блин, есть ощущение какой-то сырости трека. Да, тут как бы... Вот очень странно. То ли сведен, то ли в целом зачитал вот куплет прям... Не знаю, может как-то быстро все это прям... Тут даже какого-то количества тейков, может, и не было толком, да, долгого. Непонятно, короче. И здесь вот так вот, да. То есть тут как бы про жизнь, да, вроде заряжали разрывными. То есть, короче, скажу так за себя, да, гораздо интереснее, когда ребята рассказывают про свою жизнь, про свои, так сказать, какие-то правила, понятия, не опираясь никуда, вот, и полностью идя на своей волне, чем вот это все, например. То есть, есть очень хорошие артисты, они делают очень круто репрезенты, они очень круто делают диссовый рэп, рассказывают там про других всякое разное. У них это очень хорошо получается, они на этой волне, это их. Здесь не знаю. Джига пусть играет фанк, честный капитал, индивид пропал, делай сам на сам, только шлак, клоу надо, нам такого тут не надо. Ну, по рифмовке, по сути, ну прям что-то вообще руина. Влетает расплата, капа расплата, дамки, падки, нахуй синт на драмки, лопатки, головешки, дорожку каждого. Нет, это явно не патрон, не имеется в виду не качество, это высокое, это не их, так сказать, планка. Вообще, мне кажется, после Ямакаси тяжело будет, они прям новую планку задрали, и ждем альбом, как бы посмотреть, что это вообще будет, но вот это не оно явно, нет. Музыка интересная, по музыке все хорошо, кто писал битос, драмка шикарная, интересные все переходы, барабаны, все красиво очень, Velocity и Rapain, наверное, да. Или РВП, непонятно, вот эти вечные В перевернутые, X вместо О и Е и так далее. Респект, короче, да, за такие ники. Ну, нет. Давайте оценим, да. А по тексту то же самое, то есть тут незамысловатый текст какого-то там интересного смысла, да, чего-то, каких-то переплетений. Вайб тоже ломается из-за того, что куплет панды... Звучит совершенно непонятно. Аутро вот это. Три балла я поставлю за атмосферу вайб. Рифмы и образы. Ну, по поводу образов были моменты интересные. Там с Рерихом еще какие-то аспекты. Где-то на 8. Рифмы где-то 6-7. Ну, 7 по итогу поставлю. Структура ритмика. Ну, по ритмике нормально, очень плавно. Там вот эта вся тема, да, их рогатоновская. Девяточка. Реализация выбранного стиля. Мияги 9-10. Панда здесь сделал 6-7. 8 в целом. Индивидуальность и харизма. Ну, блин, тут... Тяжело тут вообще даже 9 ставить, честно говоря. Так, да? Угу. Все нормально вроде, да, теперь? Да ладно, ничего, братва, исправим. Ошибки, хуйня.
Либо тут исправим, либо на этом. А, уже потом на сайте. Да, спасибо. Ну, спасибо, что подсказали. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да. Тренность, популярность. Чё, рогатон? Ну, опять же, да, чтобы понимали, те вдруг кто-то загуглит этот разбор и не поймут, что такое тренность, популярность. Здесь дело не в артистах, здесь дело в музыке. Насколько сама музыка популярна, интересна и так далее. Четверочка, я думаю. Все-таки много экспериментов под рамки. Не совсем это классический, там, какая-то кальянщина или еще чего-то. Нет, совсем не оттуда. Поэтому не так, чтобы распространена и совсем понятна такая музыка. Я думаю, что это все-таки не 5 баллов. 62 балла, тем не менее, конечно же, да, артисты безумно крепкие, тем не менее, особенно вот индивидуальность и харизма, тем не менее, они набрали баллов много, из 90 баллов 62, крепкий середняк. Но все-таки еще хотелось бы, да, там Ревели Горы, Патрон, такие треки, короче, что-нибудь прям дико-дико крутое и мощное. Продолжаем ждать, короче, это, к сожалению, для меня лично не оно.